Так, вот такой номерок. Здесь у нас шкаф, сейф. Сейф, наверное, бесплатный, еще не знаю. Здесь тоже дают тапки. Халаты обещали, пока халатов нет. Такое большое зеркало. Это кондиционер-то есть? Нет, что ли? Есть. Где? Кондиционер, получается, здесь. А где? А, вон он такой. Так, здесь у нас тумбочка. Здесь тоже. Где? А холодильник, Андрюш? Это... А, вот холодильник. Что у нас там есть? Фанта. Фанта, вода. Фанта. Обещали ребенку дать кровать, я не знаю, дополнительно. У нас у него 10. Открывашечка даже есть. Так, здесь у нас балкона, можно сказать, нет. Вот такой вот только маленький балкончик. А, Андрюш, открой. Ну, вид, в общем, шикарный на море. Для средних умов. Вид кайфовый вообще, просто. А внизу вот так. Кондиционер вот. Здесь тоже огромное зеркало. Мусорное ведро. Ванну чуть позже. Так, такая ванна. Здесь у нас фен. Чуть-чуть работает. Стакан для щеток, что хорошо. Потом шампунь для волос. Гель для душа. Мыло. Я пока не поняла. Шапочка, наверное, что. Так, здесь большое зеркало. Здесь два полотенца. Почему-то нам, кстати, по два полотенца дали. Хотя нас трое с ребенком. Полотенце для ног. Ванная с такой вот шторкой. Душ есть такой. Еще сверху похоже. Вот два больших полотенца. Кстати, надо попросить третье. Тут телефон. Туалетная бумага запасная. В общем, сделали нам еще одну кровать. Для меня. Для тебя, да. Вытащили ее вот оттуда, снизу. Она, кажется, была там. Вот. Она не скрипит. Теперь у нас получается вот так. Двое взрослых и ребенок 10 лет. Ну, еще тахта вот такая. Так, ну что, завтра мы выезжаем. Обычно я всегда в день выезда тоже что-нибудь, ну, какие плюсы и минусы заметила. Так, ну, по вешалкам вот скажу. У нас здесь 10 вешалок и здесь 5. То есть, в принципе, достаточно. Бесплатный сейф. Для обуви тоже достаточно много места. Так, за сверчельник, извините, конечно. Я не думаю, что у кого-нибудь порядок во время отдыха. Но точно нет. Так, по поводу душа. Хорошо, что есть две лейки. Вот такая и такая. Это очень удобно. Но здесь вот маленькое расстояние между краном и ванной. Не очень удобно. Вот. Бумагу пополняют постоянно. Здесь гель для душа, мыло, кондиционер для волос и шампунь тоже пополняют. Такие ватные палочки, две упаковки, был гигиенический пакет. Для щеток есть стаканчик, что тоже хорошо, не везде бывает. Так, вешалка для полотенец. Здесь тоже, кстати, расстояние маленькое. Вот. Ну, если еще так уж придираться, то вот такая вот штука у нас отпала. Ну, это так и было. Ну, мне как бы это не волнует, но некоторым бывает важно. Если не класть чаевые, то кровати заправляют вот так. То есть подушки и покрывало никто не кладет. Вот. Здесь много места тоже, всяких тумбочек, шкафчиков. Мусор выкидывают каждый день. Потом по поводу пополнения мини-бара кладут каждый день фанту. Потом кока-колу тоже такую же. По-моему, три штучки минералки, вот этой воды, вернее, и вот такую минералку. Вот это, кстати, отель подарил на 8 марта всем женщинам. Ой, извиняюсь. Так, ну, в принципе, все, кондиционер есть, такие картины. Вот уборка, ну, уборка заключается, пыль никто не утирает,
Уборка заключается в том, чтобы заправить кровать, вынести мусор и поменять шампунь. Вот это все добавить, гигиеничку. Ну, в принципе, все. Про розетки забыл сказать. Розеток достаточно много. Вот розетка, кстати, тапки тоже меняют, если они пришли в негодность. Потом здесь розетка, здесь розетка, здесь над кроватью розетка. Кровати, кстати, постоянно раздвигают. Мы их сдвигаем вместе, когда убираются, раздвигают. Ну вот. Ты что разлёгся? Покажи, Мак, халат. Такие халаты дают. Нам почему-то дали один. На детей дают детские, мы видели, но нам детские вообще не дали. В общем, и взрослый один. Вот, завтра... Неудобно. Завтра мы выезжаем уже. И нам сегодня принесли в обед, да? В обед. В обед принесли вот такой вот пакетик. Там у нас лежит. Давай показывай, что у нас там лежит. Здесь у нас бритва, получается. Бритва и что-то вроде гель, да? Геля для бритья. Давай пошустрее, у меня зарядка садится. Это я не знаю, наверное, пилочка для ногтей. А это пилочка, да, для ногтей. Это я шапочка для душа. Ниточки. Нитки, иголки. И там еще ватные палочки, да? Внутри. Нет, вот ватные палочки. Вот. А, ну да. А это ватные. В общем, вот такой наборчик дали нам, но почему-то только сегодня. Хотя завтра нам уже выезжать. Так, номер у нас 15.05. Открывается вот так карточкой. Вот. Так выглядит коридор. Тоже везде зеркала. Здесь три лифта и на лестницу. Дверь. Я всегда хожу в школу, потому что ну, все включено, чревато последствиями ездить на лифте. Здесь тоже везде зеркала. В общем, пятый этаж, 15.05 комната. Это как будто бы поднимаешься как минимум на седьмой. Так вот близко летают самолеты. Кстати, сегодня слышали, что вот с того крыла люди шли утром и жаловались, что не могут спать из-за шума самолетов. Но у нас ночью ничего не слышно. Закрытым балконом, по крайней мере.